второй. Сейчас мы, ребята, ведем Сашу. Он с друзьями едет кататься на мотоциклах. А, вот здесь. Да. Вот туда ему, да? Это туда повезли, кстати. Ты уже дойдешь? Дойду, да. Сашу мы высажим, а сейчас поедем мы Никуше нашей. Что едем? Ушки прокалывать? А еще мне велик покупать. А еще Софии велик покупать. Вот так большой хочет. Да, доченька? Все, Сашка, он побежал. Ну и мы пошли. Поехали, вернее. Может что-нибудь выбрать уже? Вот эти вот. А кому пропиваем ушки? Это этой маленькой лялечке. И, конечно, лучше поменьше сережки, чтобы были, потому что эти цепляться будут. Она может ручкой зацепить и... Может, вот такие сережки, такие кругленькие? Вот такие. Кругленькие, надо, чтобы были ровные края. Вот эту попросим. Вот такой желтый шарик? Да. Что? Не надо это говорить. Не будет больно. И конфетка будет. А что у тебя тут? Все, желтый шарик. Да, желтый шарик. Да, желтый шарик. Начинается. Садитесь. Лестница? Да, да. Как мне в 4 года. Ты тут снимай, хорошо. Чтобы да. Ее... Я приближу. Сейчас я пока еще обработаю ушки. Никуша, нет, просто не бойся. Обработаю. Это не ушки. Страшно. Потом конфету дадут. Мне самой почему-то страшно. Не что? Надо тебе бояться. Тебе чего? Тебя ж прокалывали. Кому-то мне еще. Мелька, что с лицом? Давай улыбочку. Ника, не больно. Потом конфетка сразу. Сразу конфетку даем. Выходим и берем конфетку. Все, все, все. Тепло. Все. 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 А теперь надо посмотреть, где там сережечка будет. Красава. Красота! Сейчас, еще закрыла. А я закрыла глаза. Так, еще да, смотрю. Ну все, сразу не страшно. Не страшно. Капелюшечка, мама. Все, ты умничка. Все, а конфетка наша? Где наша конфетка? Это мой сладик. Нет, это я. Сразу конфетку получил, да? Ну что, было страшно? Тебе больше, чем Ники? Покажи, покажи, какая ты красотка. Слезки лила. Да. Все, все, ты молодец. А посмотри в зеркало, где твои сережки? Да, иди в зеркало, посмотри, где твои сережки. Посмотри. Где твои сережки? Видишь, ушка? Да. Какие вот красивые сережки. Я хочу себе такие же. Ника, смотри. Ника, ты что? Красава, тебе грамоту, как самая смелая девочка красивая. А сейчас мы приехали к магазину велотоваров. Уже Ника успокоилась, покушала вафли. После... Знали, что она мне только что рассказала? Что? Ляля плакал. Не надо, папа. Да, и все нормально, да? А спрашивала, кто еще успокаивал. Батя и мама. И мама, все. А сейчас уже Софийке попробуем подобрать велосипед, если получится в этом магазине. А Ника будет уже на Софийном кататься. Самый маленький. Нет, не самый маленький. Мы посмотрим, а потом съездим еще если в другой магазин. Хорошо, Софийка? Потому что есть еще один большущий магазин велотоваров. Купили велик уже? Первый магазин. Ну а что долго мусолить? На тебе еще довесок. Довесок. Ну что, затестишь? Да. На. Ника. Сейчас оглушат меня. Все, убирай руку. Смотрите, да, здесь, чтобы сидушку можно было. А мы Софийки сам. А вот еще Коля самолетики раздает. Саш, Коля самолетики раздает, папа. Смотри, какой. Помогай доставать велик. Розовенький. Классный, Софийки, велик купили. Шерлок, видел, какой у Софии велик? Вот такой. Обалденный. Папа накупил самолетик. Какой самолет? Желтенький, Никин. Ну не сломай, я буду.
Папа будет складывать, а то в прошлый раз сложила, сломала. Саша! Достаньте не кушу. Чего, он может кататься? Не может. Может. Попробовать. Эми обещал. Обещала Эми. Ну, пойду отдам сразу. Так, подожди, достань не кушу, то у меня ручки заняты. А, Никульку нашу? Да. Саша! Ну, Сашка пробует, пап, но он же не... Не сломает. Не бойся, доченька. Так, Саша, вот так не делаем. Да. Сюда подойди. Подойди. Что это такое? Папа ругается. Что там такое? Это что такое? Ай-яй-яй. Папины инструменты. Папа за это сильно ругается. Взял и положил на место. Вот так. Видите, папа ругается. Потому что... босиком, иди босиком. Беги домой. Беги быстрее домой. Ушки обрабатывать надо. Ну, Софийка. Класс. Ну, все. Велик есть. Можно гонять. С ней поедем кататься. Нике купим сиденье на велик. Пойдем домой, пойдем. Пойдем, малыш, босс, разулся в машине. Пойдем, сладенький. Папа, ты клубнику забыл. Сейчас возьму. Мы же клубнику еще купили. Не, ты сейчас сломаешь, я сам вам соберу. Папа все. Соберет и будем играться, пойдем. Что вам соберет? Вот, а это к велосипеду, к твоему, да? Да, класс вообще. Что, я самолетик открываю? Всем добрый день, а у нас сегодня предвыходные, да, Арсюша? Да. И решили, папа очень захотел нехорошей еды. Папа в нашей семье захотел нехорошей это еды. Это я с Сашей разговаривал, он мне сразу такой, опа, папа, это нам с Софией, семейный чикен сет, короче, закупи, блин. Решились, так как перед выходными, давно мы здесь не были, очень давно, и разрешили, короче, вместе решили все-таки... нехорошей еды. Ну что, подзакажем что-нибудь? Хочет Коля, хочет сразу на кассе заказывать людей. Видите, немного, вообще нет, я бы сказала. Это у нас Макдональдс белорусский, короче. Ну что, что ты хочешь? Арсений? Не знаю, короче, что же выйдет? Я еще не знаю, я где много мяса буду, что-нибудь. Итак, Арсений заказал тройной чизбургер, короче, бургер маленький, а что у папы? А ну-ка сравните, папа, Арсений, посложи, рядышком положи, посложи свой. Посмотрите, реально, в два раза меньше, чем у Арсения. Я себе заказала крылышки, ну и тут смотрю, ножки тоже. Я всегда думала, что тут только крылышки будут. А, это верхняя часть крылышек. Так как мы очень редко здесь бываем, мы выбирали, ребята, как сделать. Нам сказали, картошечка. Что мы не местные. Да, нам подумали, что мы реально не местные, так как мы редко сюда заходим. Ну что, буду я кушать вот эту вкусняшку. И что мы тут привезли нашей девочке? Книжка в Happy Meal, да? Да. Да. И что там? Какие-то конфетки. Покажи, покажи. Так, книжка. Распаковка. Давай посмотрим. Давайте сделаем обзор на Happy Meal детский. Итак, у нас вот такие перепелиные яйца. Это конфетки, видите, от McBuy. Потом книжечка вот такая. Называется «Галактики». Сок. Сейчас открою. Подожди, сейчас покажем, что у нас есть. Это соус. Это отдельно было. Картошка фри и бургер. И бургер. Да. Ладно, кушай. А Софийка будет Саша съесть куриную штучку. Да. Довольны. Колы, как Саша тоже делает. Потом две картошки. Две картошки. Доставай. 10 наггетсов. 10 наггетсов и два, так получается, вот такой бургер. Короче, Саша и София вместе наггетсов заказывали, да? Да. И такой бургер. Какой ты себе будешь? Арсения, мы поели. Выбирай любой. Ого, три бургера? А, там наггетсы. И тут наггетс, вот тут 10 наггетсов. Софийка взяла. Что, зайчик? А ты там разговариваешь? О, а что на пол положила? Поднимай, на стол неси. Пойдем за стол садиться. Идем, малыш. Давай я тебе... Ой, конфетки. Смотрите, какие конфетки прикольные. Видите? Как яички. Это шоколад. Пасем шоколад. И бургер с пола. Ай-яй-яй. Сейчас за столом кушаем. Да, вот, кушай. Мама. Сегодня у нас обед просто неправильный. Обед? Да. Соломинку. А, нету трубочки? А посмотри, там нету? Нет. Ну, возьми домашнюю тогда. Не положили нам, значит. Так еще мы купили черники, ребята. Будем кушать витаминки. Сейчас я помою. И еще мы купили свежей молодой картошечки и шашлычка.
Папа говорит, возможно, вечером. Мы сейчас, я думаю, найдемся бургеров. И навряд ли кто-то что-то захочет. Не надо. Давно уже не ели бургера, да, Софийка? Уже несколько месяцев, наверное, не ели, да? Саш? Да, очень редко едим фастфуд. Я 2 дня не ел конфеты, но ем фастфуд. Мама! Нет, 2 дня конфеты не ешь. Мама, маме! Ты мне подавай домой. Смотрите, какой она мне яички попробовать это дала. Нямики. Я сейчас скажу, это шоколад. Ммм, какой вкусный. Угу. С орешком. Ммм, это как эти ММДМСы. Нямики. Вкусно. А ягодку тебе помыть? Не, я больше не буду, доченька. Ну, ягодку будешь? Угу. Хорошо, помой. Поставишь. Куда? Туда? Наверх? Пожалуйста. Угу. Папа, едят? Довольны. Дуду, дуду. А кто там колу пьет? Папа пришел. Кто там колу пьет, а? Я. Ты? Жулик, не жули. Вот это да. Вот так. Ладно.